Всем привет, дорогие друзья, с вами Дионикс Чат, и сегодня мы продолжим играть в Assassin's Creed Valhalla. После долгого перерыва на Far Cry 6, на Мафию 2, на Мафию 3, на другие игры, я решил вернуться, чтобы поиграть в эту прекрасную большую игру. Чтобы уже наконец-таки, наверное, взяться в очередной раз и пройти еще порцию некоторых миссий, заданий и так далее. Сейчас мы находимся на Винланде. Это где было задание там по Сигурду. Сигурдом. В общем, выполняем тайны. Тут несколько тайн, 6 штук осталось. Там можно их с вами выполнить. Плоть морскую взрезая. Славно ты поохотился. Я был не один. Со мной охотились друзья. Мы зовемся Зуболомы. Увы, наши пути разошлись. Всему виной невиданный зверь. Я не видел друзей с тех пор, как он напал на нас. Мы должны встретиться здесь, чтобы добыть его перед отплытием домой. И вот, я жду. Надеюсь, дождешься. Удачи. И будь осторожен в лесу. Плоть морскую зрезая. Придется подлатать. Плывем мы вперед и... Булава? Что себе? Так, а куда зверь-то? Подожди. Какой зверь? Не, подожди, а... Плоть морскую взрезая, плывем мы вперед и вперед. Лишь солнце свой лик покажет. Время охоты придет. В его словах, что ли, загадка? Я не знаю. Ну-ка, что это? Несса, твой корабль идет в Англию? Верно. Ты отправишься с нами? Нет, у меня еще есть дела. Не задерживайся. Надо успеть, прежде чем начнутся зимние шторма. Морскую зрезая, плывем мы вперед и вперед. Вот морская, вперед, вперед. Ой, ладно, поехали туда. Так, бешеная курица. Так, скакуна здесь у меня нет. Ну ладно. Может где-то тут? Нет. Аптечки. Ёлки, мать. Ебать. Ой, я ты, блядь. Ой. Это? Одинокая смерть. Не повезло ему. Отнести тебя в Нюхёбен? Немногого ли ты просишь? В Нюхёбен? В Нюхёбен, подожди. Нюхёбен. А, в Нюхёбен. Отсюда надо, да? Поехали. А ты тяжеловат. А как?
Пошли в Нехёбану. Да, там его надо тащить. Что? Фу-фу-фу-фу. Почти пришел. Все-таки красиво тут. Красиво. А некоторые люди решили позариться на эти игры, решили их запретить. Не знаю, ну, конечно, может быть, есть, но суть-то в том, что кто понимает это и видит правильно, на того эта пропаганда там, ну, не работает, к примеру. А вот я, допустим, ну, я не обращаю внимания на это. Ну, есть оно, есть, но это не вся игра. За 100 часов, за 102 часа, которые я провел в этой игре, Братец! О. Братец! Что же ты меня не послушал? Ты всегда был нетерпелив. Даже матушка так говорила. Не вини его. Сами боги идут на зов приключений и битв. Куда мне идти теперь без тебя? Что делать? Я одна. Совсем одна. Его путь лежит перед тобой. Он хотел бы, чтобы ты пошла по его стопам. Его лук. Я могу научиться стрелять. Правда ведь? Не забывай брата и все то, что он сделал. Вернись домой и расскажи его историю. Ведь все мы лишь слова и песни. Я освою лук, и брат улыбнется, глядя на меня с небес. Он будет горд. Ты вернул его. Ну и хорошо. Спасибо тебе. Я стану лучшей охотницей на оленей. А вот как это вот как? Я... Морскую вот срезая, буду бить дичь прямо в глаз. Плывем мы вперед и вперед. Лишь солнце свой лик покажет. Ну зачем эти банки взял? Неужто? Он теперь в Альге. Несса, твой корабль идет в Англию? Верно. Ты отправишься с нами? Нет, ну подожди. Нет, у меня еще есть... Он теперь в Альгале. Фрей, он был настоящим охотником. И смерть принял от зверя. Плоть морскую взрезая. Плывем мы вперед и вперед. Лишь солнце свой лик покажет. Время охоты придет. Что-то они не торопятся. Откуда? Что же, откуда придет-то ему это? Не знаю. Так, ладно, давай пока пойдем. Да, что это такое? Так, какое-то животное. Ну давай, побежали туда. Да нет, давай тепехнемся. Побежать не побежим. Вот сюда вот. На вышку на эту. На точку синхронизации. Thank you.
Так, это у нас тут торговец, да, вроде? Так, тут у нас еще тайна. Тут тайна. Еще 5 тайн осталось. Раз, два, три, четыре. Ага, еще одна. Не вижу. Раз, вижу. Два, вижу. Три, вижу. Четыре, вижу. А, 5. Ну да, все правильно. Давай попробуем этого. Ну-ну-ну. Тион Такеген. Что это? Читать. Я Брэндон из Клонферта. Раб Божий. Делаю последнюю запись здесь, перед святым источником света. Мой путь окончен. Больше 2 лет я слушал голос Господа. И вот он привел меня сюда, чтобы внять его слову. Я видел врата с древними знаками. Я слышал его ангела, что звал меня возлюбленным. Но путь не открылся. Я до сих пор слышу этот голос. Блаженный, терзающий. Но путь остается закрытым. Куда дальше? Неизвестно. Момент, это уже дело. Ну. Или? Хуя! Спасибо. Тихо. Ой, Андоне. Хорошо. Сколько там у нас мощи-то? 421, это легко делается. Когда прокачаемся, еще больше мощи будет, тогда вообще будет очень легко. Но еще много мест, где прокачиваться, еще очень много. Все. Прокачать все. Так, давай сюда пошли. Сюда, потом сюда, потом. Погоди, раз, два, три,
Понял? А где еще одно? Я его потерял. Подожди. Не-не-не, тихо-тихо-тихо. Мы одно сделали, да? Одно. Раз. Вижу, да? Два вижу. Три вижу. Больше не вижу. Ладно. Так, тут у нас кто? Арни! Лети, Арни! Ты сможешь, а, милый! Это Арни? Ну же! Давай! Что-то уронила? Славный старый Арни, мой любимец, упал, то есть слетел вниз, и теперь застрял там, бедный. Я все никак не уговорю его взлететь обратно. Похоже, он еще не все усвоил. Арни! Он не умеет летать. Придется нести. Берегись его. Внимание! Арни любит целоваться. Прошу, не убивай его, если он тебя клюнет. Боги, лети-ка ты в Хельхейм. Арни! Чтоб тебя! Видно, так было суждено. Умом он никогда не блистал. Что ж, пойду к своим друзьям-зуболомам. Надеюсь, они все еще ждут они... меня в ну, ладно. А. Ладно, хоть так сделали, ладно, хорошо. Еще два очка. Так. Давай сюда. А, вон еще одно. Его не было видно. Давай еще сюда. Потом туда. Вернемся, наверное, в Асгард, прыгнем, там посмотрим, походим. Либо посмотрим, что у нас нового в Англии там. Надо бы уже начинать этот Рагнарёк проходить. Дополнение вот это Кольгали. Мне точно не рады. Так что? В смысле? Кто не рад, то... А, здесь лагерь. Ну, эти-то ладно, ребята, я их не буду трогать.
Так. Так, секунду. Это у нас игра свернулась немножечко. Так, побежали. Блять, Кайрн. Ой, я его, наверное, не сделаю. Ой, я его, наверное, не сделаю. Давай попробуем. Папа, почему люди кричат друг на друга, когда перепьют меда? Мед — сладкий яд, что лишает людей доброты и наделяет их храбростью. Но кричать порой полезно. Тебе никогда не хотелось на кого-то закричать? Метать пламя хук и копья слов в тех, кто тебя злит? Может быть. А что такое? Сигурд рассказал мне о Локе, который сердился на богов. Но почему? Он был тщеславен. И когда боги начали хвалить слуг Эгера, Локи не смог сдержать свою злобу. Он жил ради обмана и славы. Его сердце переполнило гордыня и зависть. Локи готов был обратить друзей во врагов, лишь бы не слышать, как хвалят других. Никогда не поступай, как он. Сказал, что не сделаю, в итоге сделал. Казалось, очень легкий. Так, побежали, значит, сейчас вот на вот эту и пойдем вот сюда. И можно будет уезжать. Не уезжать, уплывать. Уезжать мы уехали бы на этом, на нашем скакуне волке. Тут мы уплывем. Так, это лагерь какой-то, да? Лагерь. Повсюду медведи. Ёпки. Блин,
есть медведи. Где ты там? Кто? Что? Где ты? А, вот. Все позади. Спасибо. Спасибо тебе. Я был совсем беспомощен. Даже пытался отбиться от них ключом, который нашел. Зверь его проглотил. Не узнать мне, от какого замка тот ключ. Как ты угодил в эту передрягу? Со мной были друзья, зуболомы. Но я от них отбился, когда пошел искать, что открывает тот ключ. Потом я набрел на тот лагерь. И тут появились они. Медведи. Много медведей! Ох. Надо дух перевести. Ладно, хорошо. А что за ключ? Мы, наверное, его отперли уже. Вот этот замочек. Так, значит, давай теперь вот сюда. Мы все и Арни, ты справишься. Твои умения помогут нам в грядущей битве. Так ведь? Да. Да. Плоть морскую... Привет тебе. Спасибо за помощь. Мне все рассказали. Мы собираемся добыть очень грозного зверя. Присоединяйся, если тоже соскучился по хорошей охоте. Вперед, к приключениям. Идем с нами. В прошлый раз нам досталось. Надо быть осторожнее. Что за зверь? Следы. Ошибки быть не может. Это тот же самый зверь, что напал на нас. Курица? Нет. Ладно, хорошо, это не курица. Уже радует. Леопард. Пума. А где этот-то? Он бежит. Слышите? Он рядом. Я чувствую. Троллим тебя! Вот он! Еще. Славный бой! Какая отвага!
Такого зверя одолели. Спасибо тебе. Хищником быть или жертвой, каждый решает сам. Лучше ломать зубы, а не сбивать сердца. Так, ну что ж, тогда отправляемся сюда. И... Добро. Сюнин, разведай местность. Курица, уйди отсюда. Курица. Нихёбн. Несса, твой корабль идет в Англию? Верно. Ты отправишься с нами? Да. Да, мне нужно назад. Идем же. Так, вот он наш топор любимый. Наш эйвор. Посмотрим, что же у нас добавилось с последним обновлением, которое вот 1.6.1. Вот. То есть оно там на 9 гигов качалось. Вот надо посмотреть, что же оно добавляет. О, гробницы павших. Погребенное знание. Руны, которые недавно начали находить по всей Англии, излучают загадочную энергию. Смотрите их, чтобы обнаружить новые скрытые гробницы и раскрыть тайны древних богов. Доступен новый игровой режим. Появилось новое занятие. Загляните в мастерскую Эверольда в Ревенсторпе, чтобы попасть в новый мир и получить новые награды. Забытая сага это. Вот, кстати, забытую сагу. Вот, а нам надо... Вот тут куча заданий. Дары за нового мира. Вызов, брошенный богами. Это спокойный сон. Это Йотунхейм и Асгард там. Дом Валки. Йотунхейм вернуться можно, да. Это у нас тут IT. Тайн куча еще. Давай что ли тут тайну посмотрим, что у нас тут. Прогуляемся. Эйвор. Рунная кузница. Нет, спасибо. Полторы тысячи серебра в вашем снаряжении. Все! Слезть. Це. Да, це. Так. Секундочку. Так. Всяких еще тайн, офигеть тут.
Нам делать и делать, выполнять и выполнять, охренеть просто. Так, ну, со временем сделаем. Так, побежали. Не шипеть, не шипеть. Волчок вездеход. Там какой-то зверь. Можно будет посмотреть на него, кто это там. Так, у нас чуть-чуть осталось. А, зачем я бежал? Переплыл-то надо туда. Так, медведей трогать не будем. Монастырь тоже. Разбойник. Убить! Тихо. Разбойник такой из кустов, падла, вышел. Что не так? Что мне сделать? Я разучился готовить? Меня прокляли? Куда ты? Просто не выходит. Глупец. Ты глупец. Простофиля. Вот в чем дело. Думаешь, все знаешь, а сам дурак дураком. Чего? Что надо сделать? Что не так? Пахнет вкусно. О, не надо, прошу. Меня и так уже все злит. Не хватало еще, чтобы мне лгали в глаза. Это комплимент, Сакс, не отвергай его. Кстати, что ты там варишь? Это мой ледочестерский соус. И не выговоришь. А что с ним не так? Недостоин он своего длинного названия, вот что не так. Я все испробовал. Бог свидетель. Но никак не могу добиться нужного вкуса. Пора просто сдаться. Да, очень похоже на то, не поспоришь.
У тебя совсем случайно нет при себе угря? Нет, как раз сегодня я угря с собой не прихватил. Я всю местную рыбу испробовал, кроме него. Полагаешь, как раз его и не хватало, чтобы спасти твой соус? Есть только один способ выяснить. Ладно, если поймаю угря, то принесу. О, да! Я должен испробовать все. Спасибо тебе. О, вот и ты! Как там дела с угрём? Пока никак, но я не сдаюсь. А где его взять? Даже, а как удать? Использовать, ну-ка, даже. Да. Леска. Здесь можно наловить вдоволь рыбы. Да тут. За система. Сом. Где поймать угря? Такой канат, и попробовать только еще это оборвать его. Ладно, там, допустим, Far Cry маленькая, это тоненькая леска, а тут-то целый канат. Давай. О, уголь. Вроде уголь, подожди, по форме-то. Угорься. Вытащить леску. Вот и рыбку половить можно. Вот твой угорь. Отлично! Давай в котел его. В чайник его, в чайник. А, все готово. Не желаешь? Попробовать это? Да, мне очень нужна непредвзятая оценка. Бери побольше, не стесняйся. Почему из кружки? Что скажешь? Нет, не очень. Боже. Пробовал я и хуже. Что же, теперь все, хватит. Пора собирать вещи. Может, с плодами другого королевства получится что-то путное? Куда пойдешь? В Вустер. Но будь я проклят, если назову соус в честь этого жалкого городишки. Ах, спасибо за помощь. Я небольшой любитель данов, но благодаря тебе могу двигаться дальше. Одно последнее одолжение. Отнеси, пожалуйста, это варево в грот под моим домом. Видеть его не могу. Прощай. Удачи. Она тебе точно пригодится. Да. В грот. Что ж, он и правда все испробовал.
Ну и хорошо. Что там колдуешь? Да. Давай молочок. Волка. Так. Ну что? Сюда надо чего-то. Заячья лапа. Давай выполним. Мы уже собрали эти лапки. Накину-ка я капюшон. Ух ты, блин. Тихо. Так. Заячьи лапки. Так, 10 навыков. Давай прокачаем. Пойдем по какой ветке? Пойдем по ветке дальний бой, ближний бой, скрытный. Ну давай ближний бой. Давайте заберем этот вольфрам или что там, уголь.
Непонятно. Ну, какое-то сокровище, в общем. Так. Тихо. Не стоит привлекать внимание. Так. Сюнин, укажи путь. Ага, сокровище это этот. Что-то у вас, ребята, здесь много, не? Давай, входим. Стой! Прощай! Проклятие! Убейте эту погонь! Кого я поймал? Получай! Постой! Вышла! Все, никого нет? Все, больше никого нет. Кусок угля. Что это? Эй, постой! Зачем стоять? Ты сдохнешь! Так, это у нас какие-то записки тут, бумажки. Вот артефакты, да? Раз, два, три, четыре. А большие, слушайте. Их не четыре. Потому что здесь, смотри, два, да, показаны. А их на этом раз, два, три, четыре, семь штук. Значит, это еще где-то спрятано. Честер Шир. Так. Сундуки, понятно, маленькие. Мы пособираем, конечно. Ну, ладненько. На этом мы пока закончим. И будем подчищать потихонечку все регионы. От артефактов, от всяких заданий, тайн и состояний. Вот. Поэтому увидимся в следующей части. Да, и всем пока. Еще будем города подчищать.